находимся на улице Богдана Хмельницкого. Будем готовиться к выполнению правого поворота в сторону Дуси Ковальчук, площадь Калинина, Royal Park — наша цель. Сначала мы видим знак приоритета, но это перекресток регулируемый, светофоры рабочие. Сейчас чуть-чуть попозже мы это с вами увидим. Перекресток Сухой Лог перед нами. Он имеет знаки направления движения по полосам. Сверху на растяжке синие квадраты, и они разрешают повернуть направо с двух полос. Но я уже точно знаю, что крайняя правая полоса здесь быстрее поворачивает направо, поэтому заблаговременно заняла именно эту полосу. Поворот направо при наличии этих знаков выполняется согласно рядности, с какой полосы начала, на такую и завершила. То есть, если автомобили, которые находятся левее от меня на второй полосе, они на вторую завершают поворот направо. Я нахожусь на первую я завершаю. Включаем правый указатель поворота, видим светофор, перекресток регулируемый, видим дорожные знаки направления движения по полосам. Завершаем на крайнюю правую и затем сразу включаем поворотник, выполняю скоростное перестроение и снова этот грузовик на левую полосу. Почему? Потому что на следующем перекрестке с улицы Залесского...